Сейчас покажу, как силиконовую рыбку одеть на сетный крючок. Берем соответственную рыбку, сетный крючок с грузиком, какой подходит. Выбираем, естественно, длину крючка под рыбку, какая она будет у вас. Примерно вот так вот будет все это выходить. Берем жало крючка. Одеваем сюда начало рыбку. Протыкаем чуть-чуть. Вот захватываем немножко совсем. Раз. Ведем, ведем, ведем. Ведем. Тут такие вот выемки. У меня уже, правда, с грузиком одета. Тягиваем туда. Она туда сама заскакивает. Вот рыбка. Смотрим, где здесь должно выходить. Примерно вот тут вот. На спинке. Переворачиваем. Протыкаем. Вот что получилось. Желательно, чтобы крючочек вот этот вот не втыкался в силиконовую рыбку. Ну, хотя это не особо критично, потому что рыбка мягкая, силиконовая, и при атаке щуки она все равно насаживается на жало крючка. Ну вот все. Так вот получается. Вот такая у меня виброхвостик такой. Крючок офсетный. Сейчас покажу, как одеть. Подбираем нужного размера крючок вам под рыбку. Продеваем снизу, где пасть. Немножко берем силикона. Так вот. Продеваем. Продеваем, продеваем. Здесь такие пазики специальные. То, чтобы рыбка у нас не скользила, никуда не уходила. Одеваем сюда, разворачиваем. Вот она у нас застопорилась. И теперь смотрим, где у нас будет выходить жало крючка. Где-то вот здесь вот получается. Вот примерили примерно. Вот тут вот. Вот так вот. И здесь одеваем. Протыкаем, вернее. Разворачиваем рыбку вот так вот. Вот. Вот что у нас получилось. Такая вот красота. Так вот оделся офсетный крючок на силиконовую приманочку. Вот виброхвостик маленький. Такой вот крючочек маленький вообще. То же самое. Примеряем. Будет примерно где-то вот так вот. Выходить будет примерно здесь. Так же само. Начало. Раз. Пихаем, 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 пихаем. Очень просто все. Пихаем, пихаем. Где-то вот здесь вот он выходит. Раз. Все. Виброхвостик готов. Пожалуйста. С крючочком. Вот.